нам скидывать, женщин в атаку отправлять, ну как бы, ну... Женщин каких? Да, мы на другом направлении стояли, было выступление со стороны ВСУ, там было очень много наемников, среди этих наемников даже были польские женщины. Вы их видели? Да, их наши прям видели там, хорошо прям, даже трупы собирали потом. Просто нашкодничать-то можно в любой момент, а воевать как мужик, как... это не каждый может, как показала практика.